Так, ребят, ну что, я решила поснимать автовлог. Надеюсь, что у меня все нормально будет. И я надеюсь на то, что у меня не упадет камера. В общем, автовлоги появятся лишь только потому, что я хочу совместить приятное с полезным. Блин, мы едем тут по таким каким-то непонятным улицам. Забрели тоже. Ну так вот, автовлоги появятся на канале лишь только потому, что я большую часть времени сейчас провожу за рулем, и я не хочу, чтобы у меня были какие-то простои на канале, в плане того, что мне хочется с вами поговорить, а когда я уже, к примеру, стационарно дома сесть поговорить с вами, у меня уже просто сил не хватает, так что вот. Сегодня я хочу с вами поговорить на тему плюсы-минусы съемного жилья. Эта тема такая, знаете, очень тонкая на самом деле. И для молодых пар, для тех людей, кто начинает вместе жить, она очень сильно актуальная. Поэтому, если вам интересно послушать мои размышления по этому поводу, Кирюх, сними капюшон. Я думаю, оставайтесь со мной, берите кружечку чая. Все те, кто меня знают, вы знаете то, что я любитель поболтать. О, выехали на нормальную дорогу. И мы с вами сейчас порассуждаем на тему именно съемное жилье. Я попытаюсь в этом видео поделиться с вами всеми плюсами, всеми минусами. В общем, все, что я об этом знаю, я вам расскажу. Сердце замирает, ничего потерять не могу. Куда мы забрели с тобой, сын? Так, нам выехать отсюда как-то надо. Что ж ты тут? С тобой. Чтобы не вновь повстречаться с тобой. На теплоходе мы всегда играли, а я одна стою на берегу. Стою рукой, а сердце замирает. Ничего поделать. Блин, как мне сделать так, чтобы было меня видно и чтобы у меня камера не упала? Я никак не могу придумать приспособление для того, чтобы все это было качественно и хорошо. Сразу извиняюсь перед вами за свой внешний вид, за состояние моей кожи. Но я хочу вам сказать то, что у меня сейчас идет активная реабилитация кожи после различных чисточек. Чистки я делаю сейчас сама, аккуратненько дома, и вот у меня остались всякие разные вавки. Так что если меня сейчас будут нести ставки, говорить о том, что Ир, ты тут вещаешь о красоте, а сама вот никак не можешь восстановить кожу. Ребят, я восстанавливаю кожу, чтобы это было раз и навсегда, и могу сказать то, что состояние ее становится с каждым разом все лучше, но это достаточно трудоемкий процесс и очень времени затратный, так скажем. Ну что, сегодня мы с вами поговорим, как я уже сказала, о съемных квартирах. И поверьте моему стажу, я в съемных квартирах уже лет с года 12-го по съемным квартирам, и поэтому что это такое, с чем это едят, я это абсолютно очень хорошо знаю. У нас были разные хозяева квартир, и ох, ребят, мы, наверное, собаку съели не одну на этом. И наглых видели, и нормальных видели, и здравомыслящих, так скажем, арендодателей видели, честных, порядочных, и хитро выделанных, которые, знаете, думают, как бы с вас поиметь бабки, ничего не вкладывая в квартиру, чтобы выплатили очень много. Короче, съели очень много собак на эту тему. Ну так вот, плюсы съемных квартир, сразу же скажу то, что когда вы только начинаете жить с молодым человеком, вы, допустим, к примеру, не в браке, съемная квартира – это вообще нейтральная территория, где вы можете с ним проверить ваши чувства, ваши отношения. Если вы только начинаете, жить вместе, и вы в браке, это тоже, в принципе, нейтральная территория, она никому еще не принадлежит, и вы на ней живете вместе, собственно говоря, разбираетесь с ней вместе. Ну что, вот вроде бы и весна, смотрите. Вот вроде бы и цветочки собираются цвести.
А вот таким мхом покрылись деревья за эту зиму. Мы находимся в частном секторе. И тут так прелестно поют курочки, петушки. Смотрите, какое небо красивое. Ради такого стоит жить, ребят. Ради такого красивого неба, птения птичек, ради таких моментов стоит жить. Да. Итак, как я уже сказала, то, что съемное жилье, при том, когда вы начинаете свежие отношения, это, в принципе, хорошее место, нейтральная территория, где никто никому ничем не обязан, и вы, собственно говоря, сами оплачиваете свое жилье, то есть вы сами начали вместе жить и выбираете сами это жилье и, собственно говоря, живете в нем. Правильно? Если бы вы жили, к примеру, на территории женщины, да, там девушки своей, с ее родителями, к примеру, либо там у его родителей вы жили, экономя на съемном жилье, вы бы поняли то, что, собственно говоря, это, ну, не есть хорошо, потому что жить с родителями — это всегда плохо, а если есть возможность жить самостоятельно одним, то можно пожить и в съемном жилье. В этом плюсы. То есть для молодых пар, когда только начинаются отношения, жить на съемном жилье — это огромный плюс. А также огромный плюс заключается в том, что когда вы начинаете жить на съемной квартире, вас объединяет один общий, так грубо говоря, враг. Это ваша хозяйка, либо хозяин квартиры, то есть у вас всегда есть общая тема с вашей супругой, либо супругом, это ваш арендодатель. То есть у вас есть общая проблема, это оплатить за квартиру и, собственно говоря, как от нее отпихаться в тот момент, когда она к вам приходит и начинает от вас что-либо требовать. То есть у вас есть чувство сплоченности, и это на самом деле очень-очень здорово. Ну что, мы с вами уже разобрали, да? Второй у нас несравненный плюс — это то, что вас объединяет один общий враг в съемной квартире. Это плюсы съемной квартиры. То есть то, что у вас есть нейтральное жилье, у вас есть как пара объединение против одного общего врага. Поверьте мне, это очень сплочает, делает более, знаете, так, ваши отношения выводят на какой-то новый уровень, потому что когда вы живете, к примеру, с родителями, и над вами нет хозяйки квартиры, у вас такое прям лайтовое, так скажем, пребывание вместе, то есть вам не нужно отвечать за то, чем вы пользуетесь, по большому счету, потому что там где-то мама не будет с вас сильно требовать. Вот, а тут вы в любом случае, то есть вы будете отвечать за то, чем вы пользуетесь. Это жилье. Так, ребята, я сейчас выйду. Вот. Это лично мое умозаключение, потому что когда мы начали жить с моим молодым человеком, уже моим сегодняшним мужем, мы как раз начали жить с ним именно в съемной квартире, и вот эти все вопросы как раз домовые, они проверяют отношения, ой, как сильно, на прочность. Вот поверьте мне. Ну и, конечно, когда вы начинаете жить только вдвоем, когда вы начинаете вот ваши пробовать отношения, и вот, к примеру, ну вот мы когда начинали жить, в однушке, и у нас предпочтения именно по стилю, по интерьеру, по квадратуре, по всем были одни. Вот, то есть мне казалось то, что этого настолько хватает, то, что в принципе можно было бы купить однушку и в ней сейчас жить, даже когда родился ребенок, и мы с ним какое-то время, около полугода, мы жили в съемном жилье, и нам казалось то, что в принципе в однушке-то пока пожить можно, то есть как бы можно пока взять однушку и в ней жить. Но пожившие чуть-чуть, мы поняли то, что как бы этого мало, и потом мы, собственно говоря, перешли в двушку, и мы поняли то, что плюсы и минусы там ванных комнат, душевых кабин, то есть мы попробовали много чего, кухни, размещение,
подборка цветовая в плане мебели, что лучше, какие там ковры, паласы, все что угодно, вы уже тоже решаете, исходя поживши на съемных квартирах. Согласитесь, если ваше жилье и вы будете даже раз там в несколько лет делать ремонт, это будет намного дороже, если вы будете снимать жилье, и вот это энергозатратно как-то, а тут как-то все-таки проще. Еще раз говорю, это лично мое видение ситуации. Безусловно, минусы у съемного жилья всегда есть, потому что вы всегда платите а за аренду квартиру, и б вы платите, конечно же, за использование ресурсов этой квартиры. Это вода, свет, газ. Наша вообще хозяйка, она вообще сумасшедшая какая-то женщина. Мы помимо всего, мы еще платим за все капремонты, мы платим за... Мы платим абсолютно за все, то есть на нас висят все платежи, которые есть у квартиры, то есть у нас нет такого, что мы платим, допустим, как в некоторых регионах, арендодатели, они, к примеру, говорят, вы платите за свет, газ, воду, мусор, тепло, да, к примеру, даже, хотя в северных регионах, я знаю, многие там не платят квартиросъемщики за тепло, потому что обязали арендодатели, чтобы они еще оплачивали тепло, то есть тем самым создавая полные условия для квартиросъемщиков, чтобы, ну, собственно говоря, вы же не будете в холодной квартире жить зимой, ну, как-то вот так вот. Ну, вот у нас, я могу вам сказать, то, что мы на первой квартире, когда начали жить, у нас был хозяин парень молодой, ну, то есть молодая пара, они тоже, как и мы, там, только поженились, только как бы стали вместе. И вот с первой квартиры нам намного крупнее повезло, потому что, во-первых, они как-то, знаете, по-человечески как-то, что ли, к нам подошли, и они понимали прекрасно, что они заламывать за квартиру не хотели, они чисто оценивали ее в сумму, которая она есть, она была с мебелью, с бытовой техникой, квартира была полностью укомплектована, то есть у нас, кроме того, что мы купили в этой квартире, мы взяли, заменили им шифонер, потому что он тупо у них сломался, мы как въехали, он рассыпался в прямом смысле слова, мы купили туда шифонер, мы купили Кириллу кроватку, когда я забеременела, и купили пеленальный столик, сейчас это моя, так скажем, а-ля бьюти-уголок мой, который перекрашенный, вот. Нам вот с первым хозяином очень сильно повезло. Вторая квартира, в которую мы въехали, это была двушка, в которой мы сейчас живем. И тут прямо у нас хозяйка лютует в плане того, что квартира абсолютно пустая. В одной комнате только есть люстра. Это а-ля, знаете, кто-то самоделки какой-то делал. Она висит у нас, так скажем, в зальной гостевой комнате. И был только кухонный гарнитур, ванна, санузел, ну, естественно, унитаз, ванна там какая-то и раковина, и все, то есть даже не было гардин, карнизов, ничего такого не было, и она нам заломила стоимость, естественно, выше, и сейчас она как бы с каждым разом за эту пустую квартиру ежегодно нам поднимает на косарь, на рубль, грубо говоря, на 1000 рублей, и как бы это достаточно, так скажем, проблематичная хозяйка, с учетом того, что там, ну, так скажем, не очень, мне кажется, это хорошо, когда вы приходите, заезжаете в пустую квартиру на одних условиях, потом постепенно она там переобувается, делает, повышает стоимость, это одна тема. Она у нас еще такая женщина, мы с ней договаривались о том, что все какие-то капитальные платежи на капитальные ремонты, там, знаете, вот на какие-то текущие ремонты, Кирюш, расстегнись, мы платить не будем, то есть это будет все за ней. Она мне сказала, что да, вы это платить не будете, это все будет за мной. Но по истечению года, когда платежи там накопились просто, знаете, каких-то неимоверных сумм, там, знаете, за 12, за 20 тысяч, хозяйка приезжает, она живет в другом городе, она приезжает и говорит, ничего не знаю, вы будете это все оплачивать, и платить вы это все будете, потому что я так сказала, потому что вот так вот я решилась на сегодняшний день. Вот тогда то, что я сказала, это было тогда, а вот сейчас это сейчас. Поэтому как бы я считаю, что это не очень хорошо, но для нас это опыт, какие бывают люди на самом деле, потому что нельзя, как бы, знаете, сказать, что даже из плохой ситуации можно найти плюсы. То есть я сейчас нахожусь как раз вот в своем взрослении, я отношусь уже к людям немножко по-другому. Моя наивность, вот эти вот лопушки уши, они как-то потихонечку в другое место уходят. И это плюс того, что мы живем на съемной квартире. На самом деле это минус и плюс. Собственно говоря, вы понимаете, да, вот ситуацию, когда вы живете, снимаете квартиру, не очень, не
у очень отвечающего за свои слова человека, то есть это достаточно тяжко. Я понимаю, если вы мне сейчас зададите вопрос, скажете, Ира, почему ты сейчас продолжаете жить на этой квартире, если вы недовольны? Я отвечаю, потому что в нашем городе достаточно очень сложно подобрать квартиру, так как вы понимаете, то, что живу я в том регионе, когда у нас с мая по сентябрь месяц, то время, когда приезжает очень много отдыхающих, и поэтому, собственно говоря, приоритет всегда идет к ним, и сдаются квартиры для них, естественно, втридорога. Вы должны понимать о том, что, несмотря на то, что мы живем в том регионе, где, по большому счету, тепло, тут вот очень сложные вопросы именно с жильем. Хотя, когда вы сюда приезжаете отдыхать, тут вопросов с жильем-то как бы как таковых серьезных нет, потому что за любые вас, как говорится, за любой каприз за ваши деньги, собственно говоря, вот так вот. Следующий момент, который очень важен при том, что непосредственно при съемной квартире, это подбор, в каком районе вам лучше жить. Я раньше почему-то как-то не делала на это акцент, и мне казалось то, что по большому счету, какой район, главное, чтобы это был не криминальный район, а все остальное это здорово. Чтобы вы понимали, просто я выросла в том городе, где криминальных районов намного больше, чем, к примеру, ну, обычных спальных. Там даже спальные районы-то особо они не спальные, они такие достаточно страшноватые районы, но не суть. Так, мне сейчас надо будет развернуться, потому что мы опять заехали в какие-то дебри. Тут дороги у нас, конечно, просто аховые. Когда вы едете по центральным улицам, у нас как бы все так красиво-красиво. В крае говорят самые лучшие дороги. Как вы только съездите с главных дорог, по которым едут отдыхающие, вы просто ужаснетесь. Там, я не знаю, на танках проезжать опасно, можно это покалечить танк. Ну так вот, то есть выбор спальня, выбор подбор района, в котором вам будет удобнее и комфортнее жить. Это тоже дает, собственно говоря, съемное жилье. Вы потихонечку уже ориентируетесь, что вам лучше, спальный район, не спальный район, там рядом аптеки, больницы, либо вы хотите, чтобы это вот в центре вы были, события гуще. То есть, когда живешь на съемной квартире, ты тоже потихонечку акцентируешь внимание, где тебе лучше будет житься. Потому что когда ты покупаешь, вот когда вы только начинаете вместе жить, когда вот вы только молодая пара, я сейчас говорю именно за молодых пар, когда вот что, съемная квартира хорошо или сразу влазить в ипотеку. Я считаю то, что нужно какое-то время все-таки пожить как раз вот на съемной квартире и попробовать пожить в разных районах. Это, знаете, вот с одной стороны, как бы можно покрутить сейчас у меня у виска и сказать, Ир, что за бред говоришь? А с другой стороны, вы меня поймете, когда сами попробуете. Когда вы жили, допустим, в спальном районе, где далека вся инфраструктура какая-либо, там пару магазинов, ну там шаговой доступности, я их называю, там магазины мышечной памяти, когда вот ты туда за хлебом сбегал, а все супермаркеты, все вот это вот, все это очень далеко, и там в школу нужно не идти, к примеру, а нужно довозить ребенка. И плюс от этого в таких районах хорошо то, что когда у вас родится ребенок, вы не будете бояться, что очень много людей ездит, к примеру, да, там, что там что-то может случиться. Либо же наоборот, вы поживете в таком месте, где все там супермаркеты рядышком, парикмахерские все рядышком, салоны, школы, садики, вот оно все в доступности, и окошки у вас всегда закрыты, и всегда работает сплит-система, потому что, ну, шумно очень на улице, потому что все куда-то едут, спешат, и все вот в этом духе. То есть, когда вы живете на съемной квартире, вы можете проанализировать то, в какой хотите вы жить местности, районе, что вы хотите, квартиру, дом, на каком этаже вы можете выбрать. То есть, как бы, мы начинали с мужем жить, нам хотелось жить на самом высоком этаже, и мне хотелось самый высокий этаж. Когда у нас родился ребенок, я поняла, что как бы на втором, третьем этаже жить намного комфортнее, нежели там на шестом, десятом, двадцатом, тридцать пятом. Поймите меня правильно, то есть как бы я человек достаточно с таких моментов отношусь, когда у нас, допустим, опять же, из-за того, что у нас зона отдыхающих, да, вот очень много, и летом у нас есть такая проблема вот с апреля месяца, там с конца апреля, начала мая по сентябрь месяц у нас вечный перебой с электричеством, постоянно отключается, постоянно с водой какие-то проблемы, вот какая-то, знаете, вот ерунда просто.
происходит, и поэтому не всегда может работать, собственно говоря, лифт. Его могут просто от того, что нет электричества, его могут убрать. Поэтому как бы вот тоже нужно смотреть, исходя из регионов, в каком вы регионе живете, как у вас с электричеством, как у вас с подачей воды, все вот эти вот моменты, чтобы вы могли понять, чтобы в любое время дня и ночи, года, времени года вы могли помыться, сделать уборку, и вода у вас всегда будет нормально бежать, электричество тоже у вас будет, лифт у вас работает, все с этим отлично, все хорошо, нет никаких перебоев. То есть это тоже как бы дает большой отпечаток. Также несравненный плюс съемных квартир — это подбор соседей. Мне всегда казалось до последнего времени, то что если вы живете среди не молодежи, а живете среди, к примеру, взрослого населения, там бабушки, дедушки, ну, в пределах разумного, не бабушки, дедушки с клюшкой, а просто, да, там вот, грубо говоря, ну, взрослое поколение, есть немножко детки, там молодые пары, так все вперемешку, то есть это такой как раз вот универсальный момент, где вы можете спокойно жить, где понимающие люди, они понимают, что такое дети, они понимают, ну, вообще то, что ребенок — это ничего такого. Могу от себя сказать, у нас есть сложность, потому что под нами живут достаточно, я не скажу, что бабушка с дедушкой, но они такие, к ним также приезжают внуки, но вот их прям иногда раздражает, что там кто-то громко прошел, Кирилл у меня, к примеру, там пробежал, либо еще громко что-то сказал, то есть они делают замечания о том, что им шумно, децибелы их задевают, с учетом того, что у меня ребенок не из крикливых таких, чтобы, знаете, он там как-то, я не знаю, общий кипиш в доме наводил, но вот они такие любители придираться. То есть и тем самым тоже вы сможете потихонечку, когда вы в съемных квартирах, вы уже начинаете потихоньку разбираться в людях, потому что в тех местах, где вы жили, к примеру, со своими родителями, зачастую у нас представление это другое идет, потому что мы привыкли видеть то, что те соседи, которые нас знают много лет, они к нам относятся лайтово, и мы, нам кажется, что все люди вокруг вот такие вот, а на самом деле нифига подобного. Когда вы выходите из родительского гнезда, вы встречаетесь с реальной жизнью, с реальными людьми, которые вас знать не знают, и вот там-то они показывают свой характер, свое настоящее лицо, и вы вот начинаете притираться. Поэтому да, и несравненный плюс съемных квартир — это то, что вы можете подобрать, начать разбираться, точнее, в людях, хотя бы частично в соседях, с кем как нужно разговаривать, и все в этом духе. Так, ну что, о чем я с вами говорила, я уже сбилась, потому что тут делаю все одновременно, пытаюсь делать все одновременно, рулить, болтать, снимать, работать. Ну что делать, безвыходной ситуации сегодня именно вот такая вот, когда нужно делать все одновременно. Вообще, надеюсь, данное видео будет для вас полезным и интересным, потому что вообще такие темы, они очень полезны, когда... Ой, господи, как же страшно-то тогда. Я уже, наверное, к концу видео буду измучена по самое не могу. Ну, давайте, проезжайте. Вот как обычно, мне выезжать из поворота, и тут народу столько прямо что-то. Понабежали, что называется. Давай, у нас тут дороги клеят, раскрашивают все. Раскрашивают, все закрашивают. Ну вот, если у вас есть какие-то еще вопросы, и вы хотите, чтобы я еще, может быть, что-то я не рассказала в видео, может быть, о чем-то я мало с вами поговорила, вы мне, пожалуйста, напишите в комментариях, я, может быть, вторую часть подобного видео сниму, чтобы с вами можно было на эту тему еще поговорить. Потому что, сами понимаете, еще раз говорю, делаю все это из той серии, то что и снимаю, и работаю, и все делаю одновременно. Поэтому иногда мысль улетает. Так что вот так вот. Ну, потихонечку буду приучать себя снимать такие автовлоги. Вообще, если вам такое интересно, дайте знать тоже либо лайком, пальчик вверх, либо комментарием, как вам такой формат видео, когда я с вами вот так вот вживую практически, как с виртуальной подружкой, разговариваю. Потому что, ну, да, можно было бы не снимать, но я захотела с вами поболтать. Ой, какая дорога отвратительная. Какая отвратительная дорога. Нашла
Магазин называется «Хороший». Представляете, я тут нашла магазин, и он называется «Хороший». Не хухры-мухры, а «Хороший». У меня ребенок возмущается. Я сыну сказала, то, что он со мной ездит, и он получит зарплату. Да. Так что у меня детеныш уже работает себе на новую игруху. Ну что, ребят, наверное, я буду болтовлог прекращать. Не знаю, что из этого получилось. Серьезно, не знаю, потому что все так урывками как-то поснимала. Но все-таки что-то я засняла. Так, я не пристегнулась. Я не пристегнулась, и это плохо. Машин нет? Машина едет. Машин нет? Машина едет. Чего? Чего перекаешь? Ну что? Большое спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Не забывайте, конечно, оставлять комментарии, чтобы можно было мне понять, понравилось вам или нет. Пишите свое мнение Пишите комментарии и ваше мнение по теме данного видео. Мне тоже интересно узнать, что вы думаете об этой теме. Вот так вот. И, конечно, да, лайки — это очень-очень мне приятно. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить свежие новые ролики. Подписывайтесь на мой инстаграм miskik9970. Ссылочку, как называется мой инстаграм, я оставлю здесь. И если подписаны, то кликайте на колокольчик, чтобы быть в курсе событий того, что происходит у меня на канале. И да, комментарии, Кирилл говорит, пишите комментарии. Так что это даже не моя просьба, это просьба моего детеныша, девчонки и мальчишки. Все, люблю, целую. С вами была ваша Ирина. Увидимся в скором будущем в новых видео. Все, пока-пока.